Страйкбольная версия пистолета-пулемета FN-P90 от китайского производителя ЦИМА. В комплекте был сам пистолет-пулемет, механический магазин на 70 шаров, лоудер, шомпол, зарядное устройство, аккумулятор и глушитель. Материал изготовления, как у оригинала, корпус выполнен из ударопрочного пластика. Верхняя часть цевья из алюминиевого сплава. Глушитель из алюминиевого сплава. Глушитель устанавливается следующим образом. Органы управления. Кнопка спуска. Кнопки отмыкания магазина. И переключатель режимов огня, который имеет три положения. Предохранитель, одиночный огонь и автоматический огонь. На цевье есть респланки для крепления дополнительного оборудования. На верхнюю респланку обычно устанавливаются различные прицельные приспособления, а на боковые – ЛЦУ или фонарик. Внутри находится гирбокс 6-й версии. Большинство запчастей гирбокса совместимы с запчастями от гирбоксов других версий, так что с тюнингом данного привода не должно быть никаких проблем. У данного привода есть хоп-ап. Чтобы добраться до регулировки, необходимо отвести в сторону крышку. В нижней части ресивера регулировка происходит с помощью колесика. Хоп-ап уникальный. Аккумулятор располагается в прикладе. Чтобы добраться до аккумулятора, необходимо нажать кнопку в нижней части тыльника приклада и сдвинуть тыльник вниз. Разъем мини-таймия, есть предохранитель.